Вернулся. Это не три рентген. Это 15 тысяч. Товарищ Щербина. Что означает это число? Это значит, активная зона открыта. И пожар, который мы сейчас смотрим, выдает в два раза больше радиации, чем взрыв бомбы в Хиросиме. Итак, каждый час. Час за часом. 20 часов после взрыва. Так что уже 40 бомб. Завтра еще 48. И это не прекратится. Ни через неделю, ни через месяц яд от пожара будет распространяться, пока не вымрет весь континент. Проводите, товарищи Брюханова и Фомина, в штаб-квартиру партии. Благодарю за службу. Товарищ... Свободны. Дятлов был главным.